Всем поздрасте. У меня первый рой в Подмосковье. Причем удивительно. Позапрошлый год было то же самое. На этом же самом месте. На землю прям. В ловушку, которая... Это подменная ловушка. Должна была стоять. Если вот поймаю где-то рой. Вот эту взять, поменять. Вот смотрите, уже все. Где-то видел, таскают обножку. Вот она сейчас зашла с обножкой. Вот. Смотрите, как стоит ловушка. О, обалдеть. Вот, и еще сейчас покажу. Вот, немножечко бардачок. Ловушечка, но по-моему разведка сюда ходит на дубе. Сейчас вот то активно, то менее активно. Это разведка. Вот в такую в мою ловушку первый раз, значит, придет. Но все равно выбрал другую. На земле классическую выбрал рой, чем вот чуть повыше и вот эту. Ну, посмотрим, очень активно облетываются. С утра не было. Наверное, могут выйти и прилететь сюда. Вот так вот. Рыловный сезон начался.